3 дня уже поджигают засранцы в песочнице и стреляют. Сейчас интересно, выстрелит, нет? Выстрелила. В общем, у меня башка, я красила, сейчас снимала вам видос про похудение. Сейчас хочу вам показать, что у нас в этом, на этой стороне. О, ремонт полным ходом идет. Скоро здесь что-то будет. Нет, я и хочу, чтобы тут уже было что-то, но, блин, представляю, какой тут будет шум, гам. У нас там-то шум, гам постоянный. А здесь будет вообще жесть. Но все равно интересненько. Интересненько, интересненько. Сейчас буду смывать краску и буду собираться за Ариной уже в сад. Арина сегодня первый день в новой группе старшей, получается. Вот. Ну, детки все одни и те же. Там нашу группу разделили. У нас были младшие детки, которым только 3 будет. И вот нам, которые будет 4. И вот тем, которые будет 4, они пошли в старшую группу. А тем, которым будет 3, они пошли в младшую группу. Ну, остались, то есть в этой. Только их перевели там в другое помещение. Нас перевели тоже в другое помещение, но мы уже... Что радует, то, что мы в новой группе после ремонта, и плюс еще то, что мы будем в этой группе прям до школы с этими воспитателями, если никто не уволится там. Вот, ну, в общем, будем до школы. И вроде как все воспитатели с образованием педагога, то есть педагоги, все начальных классов. Ну, не знаю, посмотрим, мы же их ни дипломы не смотрели, но, в общем, так говорят. Вот, пошла смывать краску. Оттеночную шампуньку. Как я наносила этот оттеночный шампунь, и как я рассказывала про свое похудение, вы можете посмотреть в предыдущем, наверное, видео. Я, наверное, сначала выложу то видео, а потом уже выложу этот влог. Сейчас я еще смою эту шампунь оттеночную и сделаю маску. Так, ну что, умылась я, смыла голову. И буду сейчас делать вот такую маску тканевую. Здесь у нас что? Освежает, увлажняет, уменьшает глубокие морщины, сужает поры. Вот, буду этой масочкой сейчас себе. Единственное, мне не нравится, что здесь надо находиться в этой маске, оставаться 20-30 минут. 30 минут в маске вот в этой сидеть. Мне кажется, меньше обычно сидят, да? Ну, вот вся вот эта серия, что когда я покупала в Обнинске, которые я скупила, все, что были, они все по 30 минут. Ну, в общем, буду сидеть 30 минут и потом... Буду собираться. Надо сегодня брови тоже еще покрасить. Сегодня какой-то у меня красочный день. Сумасшедшая женщина. Все, я пошла. Несла я эту ткань. У меня тут такие маленькие прорезы для глаз. Мне, если честно, прям навеки налегло и прям пощипывает. Думаю, что 30 минут я сидеть не буду. Посижу поменьше. Что мне понравилось, то что здесь очень много вот этой вот слизи. Очень много, я прям обмазалась вообще, везде, где только можно, плюс еще в пакете осталось, то, что у меня в пакете, я положу в холодильник и потом помажу. Ну, долго сидеть я не буду, видите, прям на веки, у меня аж прям щипит чуть-чуть вот веки. Сниму, можно, конечно, разрезать. Ну, короче, сейчас посмотрю, ну, наверное, полчаса я не буду сидеть. Вот. Ну что, вышла специально на дневной свет. Показать вам свой цвет. Но опять же, камера не передает. Он что-то передает какой-то красно-рыжий. Он прям белый. Прям вот прям белый цвет. Не знаю, как можно камеру вам показать. Короче, вот так вот криво будет стоять, но. И не знаю, как вам еще показать. Но он белый. Видите? Вот я его смотрю, он прям белый, седой такой, знаете. В общем, красивый цвет волос. Так что советую такой тоник. Вот. Мне он нравится.
Вот красиво. Стрижечка красивая. Буду всегда так стричься. Тут более-менее, но все равно не такой. Но уже что-то. Но все равно не передает камера, какой цвет. Это я за Ариной иду в сад. На улице тоже не передает. Ну ладно. Считайте, что я рыжая. Новая группа Аринина. Куда зубы мы поставили? Я же не захожу. Мам, это такой у меня шкафчик. Давай, покажи шкафчик свой. Да. Нет, у тебя каблучок разве? Да? А я думала, матрешка. Я что-то уже и забыла. Ну здорово, ничего забирать. Давай вот эту. Куртку возьмем на всякий случай, а то вдруг похолодает. А можно я позади тебя сказать? Скажи. Что-то я пробую, что-то что. Сам... Много там бегла. Сейчас она травку кушает. Максим! Иди, позвать. Тише, не кричи, а то она испугается. Да она не испугается. Блин, ты чего? Иди гладь. Ну подойди ты поближе, не бойся. Арин, давай, я тебя сфоткаю, давай. Его кусают, не боятся. Ага. Ну ты ее сама пугаешь. Иди, давай. Иди к кошаку. Видишь, девочка гладит. Это девочка или мальчик? Это девочка. Да? Это она, видишь, ее там кусает мошки, она отпугивает их так. Отойди, Ариш, не мешай, дай дяде сфотку. Отойди, Ариш. О, какой. Смотри, смотри, сейчас перья распустит. Догоралась? Не кричи. А, павлинки. Девочка. А вон, смотри, какая. Ари, не надо кричать. Ну, подходи, не бойся. Давай, вытяни ручку, я тебя сфоткаю. Давай, на меня посмотри. На меня посмотри. Ари, на меня. Все, класс. Я Арина. А дай мама погладит. Он бедный. Ой, тише, тише. Тише. Сама боюсь. Давай на юг пойдем. Ага. Не боись. Не боись, видишь? Тише, что-то я ему не нравлюсь явно. А чё всё достаёшь? Надо!
опять все звонит. Мы только без из этой больницы. Мы посмотрели. Опять новая больница. Мы только без ей. Ну хорошо, потом перезвоню. Все, пока. Красота, страшная сила, да, Ари? Аж самой смешно. Зачем так делать? Что? Тут на улице. Кто это? Ну, машины. Опять Соня звонит. Перезвоню потом. Если Аня будет звонить, я то и пойду. Ой, звезда ты. Чё, Антон? Как это? Я только видел больницу. Зелёную? Как это? Я пойду завтра. Ты можешь пойти сам. Ну иди сам. Я ногти со ногами беду. Ты чё? Да иди ты. Иди ты. Выйди. Я за тебя за косовку. Всё, пока. До встречи. Так звонят, как и звонят. Вы звонят. Подождите, не выпустите.